А в Центре избиркоме утвердили график проведения выборов в Верхнюю палату парламента. Уже завтра в 18:00 начнется регистрация кандидатов и закончится 24 декабря. Затем агитация, которая продлится до полуночи 13 января. Следующий день, соответственно, станет днем тишины, а следом выборы. До 20 января озвучат итоги. Выдвинуть кандидатов могут маслихаты всех уровней. Также допускается самовыдвижение. На сессиях областного, городов республиканского значения и столицы городского районных маслихатов на них политические партии и иные общественные объединения через своих представителей в маслихатах предлагают кандидатуры в депутаты Сената парламента Республики Казахстан. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут и один кандидат. Также второй способ выдвижения – это в порядке самовыдвижения граждан. При этом поддержать кандидата должны не менее 10% выборщиков, но и не более четверти от одного маслихата. Каждый может поставить подпись лишь за одного баллотирующегося. Избирательный взнос для участия в выборах – 900 тысяч тенге. Напомню, сенатором может стать гражданин Казахстана не моложе 30 лет с высшим образованием, как минимум 5-летним стажем работы, проживающий в стране последние 10 лет и в регионе, от которого идет на выборы, 3 года.